волшебный, нетерядный. И в студии появляется Игорь Чередник. Мы также Владислав Ярослав Альгердович Глебович. Мы говорим о том, что прекрасная музыка звучи. Мы говорим о том, что у нас в студии меломаны. И говорим о том, что сегодня католическое Рождество. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер всем. С наступающим. Да, да, мне кажется, Влад в какой-то степени имеет к этому отношение. Да. Вот. Меня два раза крестили. Одна бабушка крестила в католическом соборе, вторая в православном. Вот, здорово как. Так и здесь, необычное, как и все Влада. И даже крестили два раза. Ну и прекрасно, кстати. А в буддизм нет? Не посвящали? Заодно уж. Оно все интересное. Согласна. Ну, Влад начинает. Вот. И в связи с этим, в связи с Рождеством, хочу этот сочельник все-таки посвятить вот свою часть этой программы по большей части рождественским песням. И все-таки она будет перекликаться с предыдущими программами. Как-то, Игорь, в разговоре про Bruford Levinup Extremities рассказывал про Криса Ботти, у которого играл, который играл... У Стинга там. Который играл, и он упомянул Эл Жаро и Майкл Бубле. Mm-hmm. И в глазах было видно, что он не представляет, кто эти люди. Так вот, я хочу поставить песню Майкла Бубле. Это канадский певец, исполнитель в жанре поп-джаз. Первый альбом он выпустил в 2003 году, который получил награду как «Открытие года». И даже номинировался этот его первый альбом на лучший альбом года. Но не случилось. Впоследствии он пел даже дуэтом с Родом Стюартом на диске предыдущего года Рода Стюарта, рождественском, «Merry Christmas, baby». Вот. И давайте послушаем для того, чтобы создать настроение рождественское, такую песню «Let it snow». И опять же, вот у него играл Крис Ботти. Let it snow. Пусть идет снег. 2 минуты 5 секунд. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Волшебный, нетерянный. Ну что ж, рождественское настроение задано. Очень люблю этот праздник. Много друзей поляков. И он совершенно другой, чем Новый год. Он такой семейный, спокойный, немножко грустный, немножко радостный. А Новый год, мне кажется, вот вообще говоря, Рождество, Новый год в разных странах по-разному отмечается, это понятно. Вот у меня болгарские родственники, они тоже отмечают Рождество и католическое, и православное. Хотя православное, понятно, это такое, какое-то такое, но вот католическое они тоже отмечают, тем не менее, потому что это так принято. То есть как-то вот есть все.
И Новый год, что значит Новый год? Так, мне кажется, сейчас тоже Новый год стал уже... Он бесшабашный какой-то такой. Да, разве? А по-моему, да. Я так любил раньше этот праздник. А что, не любишь? Типа? А сейчас, ну, просто не могу я его. А почему? Это все вот под окнами, вот это вот. Меня выводит из себя просто всю ночь. Хорошо, я сейчас переехал в Славянку, там тихо, спокойно. Надеюсь, вот и поверишь. Расскажешь потом, как там было в Славянке. Новый год, тихо, спокойно. Все туда и пойдут. Жесть. А потом пару лет назад как-то электричество как вырубилось на 3 дня. И мы 31-го, 1-го, 2-го сели без света, без тепла. И к лучшему, не смотрели по телевизору дурацкие программы, а слушали нормальную музыку. Шли бы они нахрен, просто вообще ничего не смотрели, свечки, пьяные люди. О, не, я не могу. То есть беспредельные эти Новый год. Это... Давай к музыке. Давай приятно. А я раньше любил вообще сказочно так. Приближается Новый год, у меня аж мурашки. Ой, думаю, как здорово. И все родители дарили мне вот сказочное настроение. И вот, а сейчас вот как-то это все... Кто-то, какой-то злодей у нас этот праздник тоже украл. Я так даже знаю, кто это, но не буду говорить. Рассказывай. Ну, в смысле, не рассказывай, не рассказывай. Сказочное свинство. Рассказывай. Давай про музыку. Поехали, поехали. Есть что-то вечное, которое новый, вот старый, вот какое угодно. А знаешь, правильно сказал Филиппов, а Битлз будут всегда, и все. Да. В любой год. И Дерек Шериньян тоже будет всегда. Вот. Долги за прошлую программу. Вот я еще одна группа, если кто не слушал, если есть такие вдруг. Вот, я рассказывал о группах, заканчивающихся название их, значит, на буковку X. Вот. Ну, видимо, неизвестная или секретная, вот так вот. Вот. И на очереди у меня была программка, которая не успела. То есть группа, которая не успела войти в программку, называется она Planet X. Так, кстати, назывался первый сольный альбом знаменитого клавишника Дерека Шериньяна, который играл и с Алисом Купером, который играл и с группой Kiss, и также с группой Dream Theater. Вот. Ну, знаменит он стал, естественно, по группе Dream Theater. Вот. И по названию этого сольного альбома он создал группу, которая носит аналогичное название Planet X. Итак, Planet X является инструментальной рок-прогрессив-метал супергруппой, основанной клавишником Дереком Шериньяном и барабанщиком Вирджилом Донати. На протяжении более 10 лет деятельности они выпустили 3 студийных альбома и концертный, каждый с различными приглашенными и часто меняющимися составами. Вот, альбомчик будем обозревать Universe, это вселенная 2000 года. В нем принимали участие Тони МакАлпайн, это замечательнейший гитарист-клавишник, вот, недавно приезжал к нам в отличнейшем составе, долго перечислять не буду. Вот, Дерек Шериньян на клавишах, Вирджил Донати на барабанах, Том Кеннеди на бас-гитаре, Влад, знаешь, кто такой? Я что-то не очень. И Дик Смотерс, младший, поет здесь кое-где местами. Вот, композиция называется War Finger. 5 минут 38 секунд. Замечательная вещь.
классные вы все-таки. Вы сидите и тащитесь, вы видели себя. Я даже в кадр специально вас пораньше запихала. Видео наше. Да мы живем этим, елки-палки. Так вот, я и говорю, сидят и тащат. Уж слышали 20 раз, и все равно. Хорошую музыку можно слушать бесконечно. Бесконечно. Влад, продолжай. Продолжаем рождественскую тему. Сейчас будет несколько песен с интересной очень пластинки. Исполнитель Роберт Берри. Игорь его знает. Ой, великий дядя. И вы о нем великий тоже человек. Слышали от нас неоднократно. Его пластинка 2001 года называется December People. Кстати, я она у меня есть, но я попытался найти ее в интернете. Нет нигде. Ни в дискографии Роберта Берри, не в дискографии трибьют. Этот диск является своеобразным трибьютом. Обычно трибьют — это собираются люди и делают, собираются много народу и делают посвящение какому-то исполнителю или группе. Здесь же совсем наоборот. Один Роберт Берри сыграл на всех инструментах и спел все, практически все вокальные партии. Там только в одной вещи ему подыгрывает саксофонист. Видимо, на духовых он не умеет. И на некоторых вещах приглашенные вокалисты. Вот. И суть этой пластинки в том, что как бы известные группы, на взгляд Роберта Берри, исполнили известные рождественские стандарты. Вот сейчас давайте послушаем That Was The Night Before Christmas. Это «Ночь перед Рождеством». Вот такая песенка. И на вокал вот здесь он пригласил Майка Беккера из Shadow Gallery. 4 минуты 47 секунд. Ага. Christmas, and all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. All the stockings were hung by the chimney with care, in the hope that Saint Nicholas soon would be there. A miniature sleigh, a tiny reindeer, a little old driver, so lively and quick. I knew in a moment it must be Saint Nick. Christmas to all and to all a good night.
Удивительно, очень красиво. Просто все узнали Led Zeppelin. Потрясающе. Вот. Теперь, дорогие друзья, у нас новая тема. Я вам многократно, давненько уже, года полтора в самом начале, ну или год назад, рассказывал мельком, буквально мельком. Я рассказал, упоминал. Упоминал. Вот так, и вскользь. И я только что упомянул. Вскользь. А на самом деле замечательнейшей команде. И вот я что-то решил прям ей несколько программ посвятить. Потому что, ну до чего волшебная музыка, до чего замечательные люди. Итак, называется она Shadow Gallery. Вот, ну, я не знаю, перевести мне не получилось. Не надо, зачем? Вот, пусть будет так, тень, галерея, там, как угодно можно варьировать, импровизировать, креативить, сочинять, как хотите. Вот, так вот, это прогрессивный металлический студийный проект из Пенсильвании впервые заявил о себе в 1985 году. Предтечей Shadow Gallery была достаточно уважаемая хэви-метал-группа из Лонг-Вайли под названием Sorcerer, вот так и называется. Sorcerer, во, точно. Sorcerer. Да, Sorcerer, вот так. Ну, колдун, в которой с начала 80-х оттачивали свое мастерство вокалист Майк Бейкер, который только что пел. Видите, как все у нас тут заплетено, переплетено. Вот. Бас-гитарист Карл Кадден Джеймс. Можно я перебью? Да. Я когда впервые получил в середине 90-х первый диск Shadow Gallery, там фотографии были не подписанные. И там был один персонаж, участник группы, в камзоле, в рубашке с жабо и с манжетами кружевными играл. И там был один человек, который написано Карл Каден Джеймс, бас-гитара, флейт. И мне почему-то казалось, что вот это он, наверное, и есть. Главный. С такой фамилией Карл Каден Джеймс и человек в жабо и с кружевными манжетами. Ну, вот, не знаю, вот и я сразу влюбился в эту группу. Ну, я чуть ниже расскажу, чуть-чуть еще пару слов от тебя добавлю. Ну, вот надо вот эту информацию дать для затравочки. Ну, так вот, бас-гитарист Карл Каден Джеймс, гитарист Рон Эванс и барабанщик Джон Куни. Вот, группа отличалась тем, что делала каверы таких групп, за которые никто не думал бы браться. Ряд композиций Ингви Мальстима, некоторые из наиболее трудных композиций Rush, обработка целой коллекции классических роковых песен доказали состоятельность музыкантов. В 85 году команда пополнилась двумя гитаристами – Крисом Инглсом и Брентом Олманом, первый из которых вскоре переключился на клавишные. Где-то в этот период Sorcerer ушли с клубной сцены и занялись подготовкой оригинального, ну, своего материала. Музыка группы начала усложняться, все более отходя от хэви-метал клише и становясь ближе к прогрессиву. Крис, имеется в виду Крис Инглс, Крис Инглс, вот. Запоминайте эти имена, они еще нам пригодятся. Вот, Крис бросает высшее образование и начинает изучать богословие и музыку. На этом мы прервемся в рассказе и послушаем песенку. Мы, вопреки традиции, я решил на самом деле так сделать, потому что, ну, как-то так не хочется привязываться к традициям. Люди говорят, начальный период ставит первый альбом, говорят, следующий период ставит второй альбом, а мы сразу пятый альбом, бух, бабашим. 2005 год, альбом называется Room 5, и композиция также называется Room 5, идет на 7 минут 44 секунды.
волшебные нити рядные. Мы продолжаем. Игорь Чередник, Владислав Ярослав Альгердович Глебович у нас в студии. Да, хочу сказать еще пару слов перед тем, как Влад возьмет свое полноправное слово. Это было много лет назад, больше 20. Вот, Влад меня подсадил на эту группочку. Мы работали вместе. Нет, не 20. Не 20, ну, поменьше. Лет 15. Подожди, 98-й год. 98-й. В 2008-м это было... Ровно 15 лет назад. 15 лет. Ну, видите как. Калькулятор купи. Вот, но мне, честно говоря... Честно говоря, я по молодости лет, на 15 лет я был моложе, естественно. И я посмотрел, а там барабаны-то электрические. Вот мы будем с вами, когда проходить первый альбом... Это в Магеллане. И здесь в первом альбоме тоже. Вот, электрические барабаны. Я так обломался, думаю, ну что ж такое, я не могу это слушать. Вот, и, так сказать, отнесся с прохладцей. Но с прошествием времени, когда, значит, настоящие живые люди пришли, стали атомно играть, команда меня так зацепила, что вот я решил вот все-таки с вами с ней поделиться. И вообще Владу огромный низкий поклон, как и за многие-многие-многие другие группы, на которые он мне открыл глаза. Вот. А я опять к Рождеству и Роберту Берри. Немножечко расскажу о нем. Это композитор, мультиинструменталист, продюсер из Сан-Франциско. Продюсером он выступает в основном на фирме Magna Carta, которая открывает, кстати, вот такие вот замечательные таланты, как Under the Sun мы слушали, Magellan и Shadow Gallery. Это Magellan и Shadow Gallery, первые их диски, это были первые два диска, выпущенные на фирме Magna Carta. Там даже у Magellan есть песня, которая называется Magna Carta. Да. Вот. Ну, это «Хартия вольности». Да. И полно там, короче, хороших групп, в том числе Кайра, вот то, что мы говорили. Итак, Роберт Берри родом из Сан-Франциско. Первая его группа называлась «Хаш» и существовала с 70-го, середины 70-х годов до 85-го. Затем он в 85-м году организовал группу «Роберт Берри Бэнд» и в 85-м году выпустил свой сольный диск. В 1986 году он был приглашен в супергруппу GTA, о которой Игорь тоже недавно рассказывал, в качестве вокалиста для записи второго альбома, который вышел, кстати, только в 1996 году. О существовании его многие даже не подозревают. В 1988 году, 1900 имеется в виду, в 1988 году, он записывался с Кейтом Эмерсоном и Карлом Палмером вместе. Проект назывался «Три» и диск «To the Power of Three». Вот, и следующий... Эмерсон, Лейк и Берри. Нет, он просто «Три», «Тройка» назывался. Ну да, да. Мы участвовали. Да. Эмерсон, Палмер и Берри. И вот следующую вещь, «Little Drama Boy», опять же, рождественскую традиционную песню, как будто бы ему аккомпанирует Эмерсон, Лейк и Палмер на 5.45. Thank you.
Фонтанка FM представляет новинки современной альтернативной музыки в программе Евгения Эргарта «Стереозвук». Каждый понедельник в 10 вечера с повтором со среды на четверг в полночь. В течение часа вы сможете узнать о популярных на Западе, но пока не востребованных у нас артистах, а также открыть для себя редкие и малоизвестные музыкальные коллективы в программе «Стереозвук» на Фонтанка FM. Волшебные нетериады на Фонтанка FM. Да, итак, продолжаем разговор. Напоминаю вкратце, речь идет о группе Shadow Gallery. Мы остановились на том, что группа поменяла название, и Sor Sessa превратилась в Shadow Gallery в 91 году. И она компонует демо с 8 дорожками материала, записанного в подвале дома у Карла. Ну, Карла Гадден Джеймса. Это демо Куни отправляет Майку Варне, ранее весьма этой группой интересовавшемуся. Поскольку материал группы явно прогрессировал, включая и качество аранжировок, Варни подписал команду к свежеиспеченному прог-лейблу «Magna Carta», целью которого было привнесение свежего дыхания прогрессивного рока аудитории, которая ориентировалась на типично коммерческую музыку больших рекорд-компаний. Официально подписали группу 23 августа 1991 года. Они были вторыми, кто подписался на этот лейбл. До этого в 1991 году Magna Carta выпустил альбом группы Magellan. Однако не все были согласны с избранным направлением, и Эванс, пожелавший играть более прямолинейную музыку, подал в отставку. Демо настолько впечатлило руководство Magna Carta, что оно поспешило организовать выпуск дебютного альбома. Альбом, так и названный Shadow Gallery, вышел летом 92 года. Хотя материал был предназначен только для демо, лейбл захотел поскорее выпустить что-нибудь вдогонку за Magellan и напечатал CD, которые были выпущены только в Европе и Японии. Несмотря на то, что из-за скоропостижного решения качество саунд-продюсера было не на высоте, слушатели все же смогли оценить незаурядный потенциал команды, и группа получила высокие оценки специалистов, даже несмотря на факт использования в альбоме драм-машины, что для прогрессив-группы является по меньшей мере странным, как и мне вот показалось. Но барабанщик там в целом присутствует. А вот не услышал я там барабанщика, что у Магеллана, что, да, Магнака. Поэтому говорю, думаю, Влад такой, ну как тебе, понравилось? Я говорю, ну да, да, ну что-то обламывает меня в отсутствие драйва живого. Как же без барабанщика играть такую музыку? И я, честно говоря, так приглушил свой интерес. А вот когда пришел Неволло, это стало что-то с чем-то. Это стало круто, неимоверно. Итак, мы опять произвольно берем альбом следующий, который называется Legacy, наследие 2001 года. А композиция называется Colors, цвета. Кстати, перед тем, как она звучит, мы с Владом немножко так засомневались, вернее, не засомневались, а спорнули чуть-чуть, заспорили. Ему она, видите ли, не очень нравится. Нет, это не, я не говорю, что не очень нравится. Это не лучшее, что так можно было выбрать. Я, честно говоря, ставил бы все подряд песни. Просто я, ну, они все хорошие. Ни одной не выкинешь. Вот. Мне вот она понравилась. Colors, цвета, 7 минут 2 секунды. So many different ways to look at this.
Фонтанка FM, Игорь Чередник, Владислав Ярослав Альгердович Глебович в студии. Владик, продолжаем. Быстренько продолжаем. Роберт Берри. В 90-х годах он играл в группе «Альянс». С Игорем Журавлевым? Нет, это американская группа. И 2 года выступал в группе «Амброзия». Это известная американская группа, которая существовала в 70-е годы, возродилась в 90-х в качестве концертного барабанщика. А теперь послушаем, как бы ему аккомпанировала группа «Квин». «I heard the bells on Christmas Day» на 5 минут 10 секунд. On Christmas Day, their old familiar carols play, and wild and sweet the words repeat, a peace on earth, goodwill to men. I heard the bells on Christmas Day, their old familiar carols play, and wild. A peace on earth, goodwill to men. I thought as now this day had come, the belfries of all Christendom had rung so long the unbroken song. A peace on earth, goodwill to men. Yeah.
Christmas Day, their old familiar carols play. And wild and sweet, the words repeat, peace on earth, goodwill, yeah, to men. You are listening. You're listening to Internet Radio Funtank FM. Это наш традиционный бонус к программе «Волшебный нетериад». Приземлились. Дежо Урсини. Это кто? И группа «Провизориум». Чехи. Обалдеть. 73-й год. Обалдеть. Christmas time. 25 минут. Прощаемся с вами. Прощаемся пока. С вами. С наступающим Рождеством. С Рождеством прощаемся. Took my happy dream in their hands.
hearts are washing them, the moon kind face. Big girls are swimming in the safest space. Big girls are plunged, they're staring nothing. They smile. And car and truth. Say them all, they're good, God. Say them all, the poor. Thank you.
Christmas time, and Miss Mom may forget all the pictures that is doing. Harry Gale, his brother, again, love his mother's face. Seeing that we are together, there's no danger in our place.
how soon is she returns? To fill her stomach all through when there's no any God. Lightly and not a lie on his child, and lost a hope, cause he's still far from being satisfied. It's the best chance to apologize his baby life. By kind permission of heaven, oh my, is it Christmas time? Take flight like flakes along, go stealing, peering on. Keep screaming, blood inside. To stay the truth. And the sunlight's been born. There's been a cloud of dust covering the dying sun. Me, a man of his glories and longings, keeping his head so proudly high. Save our souls.